Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодняшний выпуск у нас в рубрике «Skills and Tools». Я собираюсь изготовить коптильню горячего и теплого, так скажем, копчения с регулируемой температурой дыма. Что для этого собираюсь использовать? Сначала маленькая предыстория. Дело в том, что я очень много занимаюсь домашним копчением и подавляющее большинство рецептов беру из справочника Рогова, из ГОСТов и прочего. Вот. И в доброй половине, наверное, рецептов указывается температура копчения выше, чем уличная температура. То есть не плюс 20, не плюс 25, а выше. 30, 35, 40, 45. И мне, используя мои, собственно говоря, вот эти вот устройства, добиться такой температуры практически невозможно. А приготовить это хочется, потому что рецепты интересные. В качестве генератора дыма я использую либо вот такой вот пассивный агрегат. Он для меня удобен тем, что он дает очень небольшое количество дыма, и поэтому можно очень легко регулировать степень силы дымных запахов. То есть разница между 11 и 12 часами копчения, ну, практически невозможна. Почувствовать, по крайней мере, мне. Вот. Но он долго коптит, что, кстати, зачастую и нужно по рецептам по-гостовским. И второй агрегат, вот этот коптил, который подогнал мне один из спонсоров, он хорош тем, что дает много дыма и коптит быстро. Но это же и минус. То есть нужно очень четко следить. Иногда зачастую разница между 25 минутами копчения и 30 просто катастрофическая. Вот. И в другой момент, по ГОСТу зачастую всякие сырокопченые колбасы требуется выдерживать в дыму двое-трое суток. Естественно, если использовать вот этот вот агрегат, никакими там двумя-тремя сутками ничего не сделать. Вы испортите напрочь, потому что уже через 6 часов копчения колбаса будет так вонять дымом, ее есть будет невозможно. Но у этого самого агрегата к нему в комплекте шел вот этот ящик. И вот этот ящик очень удобен для меня. Так что я собираюсь объединить в одном своем агрегате вот этот ящик, немножко его переделав, вот этот дымогенератор, и это я сразу убираю, нагревательный элемент. Нагревается воздух в этом самом ящике. Я планирую обычным электрическим нагревателем, который купил в ближайшем хозяйственном магазине. Но у него температура нагрева не регулируется, а мне нужно регулировать. Поэтому, как и в случае вот в этом ролике, если пропустил, посмотрите, когда я делал камеру для сыровяла, я заказал в интернете вот такой вот простенький приборчик. Это температурный контроллер. У него есть датчик температуры, настраиваемая температура и диапазон. К нему подводится 220 вольт. Здесь коммутируемый выключатель стоит. В него я подключаю вот этот нагревательный элемент. В результате, когда температура, нагревательный элемент греет воздух, когда температура в этом ящике поднимается выше установленного мной, этот контроллер отключает питание в розеточке, и этот нагревательный элемент вырубается. Когда температура падает ниже определенного уровня, он опять включает питание, соответственно, это начинает греть. Все очень просто. Ну и для полного уже удобства я собираюсь, чтобы не сверху загружать этот самый ящик. Видите, верхнюю крышку прикрутить намертво, а боковую сделать открывающейся дверцей. Собственно говоря, на этом затянувшееся вступление позвольте закончить и приступить к процессу. Поехали!
закончил сборку своего чудо-агрегата и уже поставил на испытание. Показываю, что внутри. Обогреватель. Над ним решеточка для того, чтобы защитить его от лишнего мусора и грязи. Дымогенератор я поставил на кусочек фольги, чтобы опилки просыпающиеся не попадали в мой отогреватель. Вот. Здесь решетки для укладки продуктов, для подвешивания продукта. Как вы видели, я сделал отверстие для выхода дыма. Подсасывается воздух через вот это отверстие. Вот. Если будет недостаточно, посмотрю, какая будет тяга. Обратите внимание, видите, включился, потому что температура, я закрыл ящик, упала ниже установленных 32 градусов. Пошел нагрев. Закрываю ящик. Это у меня розетка коммутируемая. Сейчас температура 27,6 градуса. Включился нагреватель, поднимет температуру до 32 градусов, плюс полградуса, и отключится. Эта розетка не коммутируемая. Здесь постоянные 220 вольт. Ее я сделал для того, чтобы со временем, если понадобится, сюда можно было установить вентилятор, который постоянно бы гонял внутри воздух и дым для выравнивания и температуры по всему объему коптильни, и для выравнивания плотности дыма. Ну и опять же создать, чтобы дымовой поток. Присобачу ножки к этому ящику, чтобы было удобнее пользоваться. Думаю, что просверлю еще несколько отверстий сверху для того, чтобы увеличить тягу, увеличить прохождение дыма. И, наверное, сделаю регулируем здесь. Заслоночку сделаю, чтобы ее задвигать, ставить. Посмотрим по эксплуатации. Вот. А так, по сути, можно было использовать любой ящик, сколоченный из чего угодно. Присандалить к нему вот такой контроллер. Установить внутрь любой нагреватель любого типа. Ну, желательно, конечно, он был защищен от пожара. Потому что вот этот у меня защищен, и я, может быть, под него снизу положу еще керамическую плитку дополнительную для защиты. Вот. А в остальном, как видите, все очень даже просто. И я надеюсь, что с этим агрегатом я буду готовить, наконец-таки, уже и ГОСТовские рецепты, вам показывать и сам радоваться. Спасибо за компанию. Всем пока.